Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 3. Небольшой ремонт переда. Капот, бампер, левое переднее крыло и фара будут заменены. Снимаю поврежденные детали и начинаю ремонт. Измеряю по высоте верхнюю часть бампера, то есть там, где крепится крыло. Расстояния должны быть одинаковые с двух сторон. Теперь вырезаю поврежденный кусок полки крыла. Мятый кусок равняю на столе. Работу над этим куском я закончил. Теперь выравниваю детали, которые остались на машине. Thank you.
устанавливаю выровненный кусочек, и он, падла, не подходит. Решил измерить диагонали лонжеронов. И они оказались разные. Это вы можете увидеть. Ну что, тяну лонжероны в левую сторону. Вот теперь все в порядке. Диагонали лонжеронов одинаковые. Устанавливаю вырезанный кусок и привариваю его. Это место отремонтировано, крашу его. Поврежденное отремонтированное место обрабатываю мовилью. Заменяемые части были покрашены отдельно и их привезли ко мне. Устанавливаю их. Ну что, ремонт этого BMW закончен. Эта работа заняла 3 дня. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!